подобны путнику на дороге, начало и конец которой теряются в неведомом. Кто мы? Откуда? Куда мы идем? Задолго до нас, может быть, интуитивно, люди ощущали свое родство с вечно горящим огнем Вселенной. Из этого ощущения рождались первые космологии, первые попытки охватить взглядом дорогу и найти свое место на ней. Место во Вселенной. Очень рад приветствовать вас всех. В эфире 55-го выпуска Нейропанка. Второго издания. С вами в эфире Paperclip. Открывает подкаст наш коллаборейшн с Exile. Этот трек вышел на американском лейбле Abducted Records. Ну что ж, ребята, не сбавляем обороты, двигаемся дальше. Сегодня будет очень горячо и разнообразно. Come on! Одна валит Tentacles с треком Ridiculous. Чувствуются немецкие вайбы, так как трек вышел на немецком UTM Records. Oh, shit! Сегодня у нас не совсем стандартный выпуск, так как он идет в виде прямой трансляции на YouTube. И у вас есть возможность закинуть ваше сообщение с помощью QR-кода, который горит пламенем в центре трансляции, со своими словами поддержки и навсегда остаться в скрижалях нейропанка и отечественного драм-н-бейса. А я тем временем закидываю еще больше дровишек в наш локомотив безумия. Пожалуйста, надевайте очки. В кабине слишком жарко, открываю окна. Снова моя коллаборация с Exile. В этот раз трек называется Grandizer. Выйдет на Paperfunk.
Ну что ж, я надеюсь, все живы. Я начинаю закидывать синие дрова. Эти дрова дадут буста плюс 40 километров. Надеюсь, железнодорожные пути и ваша психика выдержит. Всем надеть фуфайку! Сейчас будет холодно! Ай! В данном случае это айтишка. Никакой информации по поводу того, где выйдет. Следите за пабликами проекта. Господа, снимайте фуфаечки. Достаю оранжевые дрова. Там впереди кустарник. Прямо на путях. Будем разрезать. Если без шуток, то проект Tentacles невероятно серьезно валит. Желаю успехов. Кустарники, проект Double Midly. Это русско-эстонский проект, уже не один раз звучавший в эфирах Нейропанка и Нейрогона. У данного трека нет как названия, это айдишка, так и информации, где он выйдет. Надеюсь, скоро узнаем. Так как Нейропанк подкаст слушает огромное количество человек, невозможно до всех донести информацию во всяких пабликах, других эфирах, поэтому делаю это в Нейропанк подкасте для вас. В общем, мы с бесом открыли передачу под названием «Нейрогон». Уже провели 2 сезона. Эта передача выходит на официальных каналах Нейропанка в ВК, в Ютубе и в Твиче. И в этой передаче мы летим в пространстве с помощью разных средств, включая космические корабли, и ставим самые лютые треки в прямом эфире. Залетайте в сентябре. Как раз будет 3-й сезон. А кто хочет ознакомиться, заходите в паблик Нейропанк, на канал Нейропанк на Ютубе, на Твиче. Смотрите записи, крутые моменты и кайфуйте вместе с нами. Oh, shit!
раскручивает проект Гидра с треком «Мораль». Вышел на Patreon. Низкий поклон проекту Гидра. Стиль, как всегда. Hey. Очень серьезное давление в подкасте. Кому надо, принимайте таблеточку. Дальше будет только тяжелее. Проект Гидра очень активно развивает свой Patreon. Если вы хотели научиться писать треки, залетайте. Сам лично не раз ознакомливался. Великолепная программа обучения. Отличные примеры, крутые tips and tricks. Едем дальше. За кайф сегодня! В эфире Two Wales и Капелла с великолепным треком Blaster Bang. Трек вышел на лейбле Two Wales High Resistance. Респект. Здесь уже пошли какие-то настроения совсем из олдскула. Очень интересно, куда мы сейчас попадем. Понял, наш локомотив слетел с рельс. Благодарить за это можно Периметр в содружестве с продюсером LXZ. Работа называется Train. Выйдет в составе EP на Subdivide Records. Отличный прогресс в продакшене, респект. Только просьба, верните нас на рельсы. Мы наблюдаем спасательную группу, которая приближается к нашему поезду. И прямо сейчас мы окажемся на рельсах. Хай!
чистая работа от Гидры с названием Mercury. Ртуть. Также вышел на Патреоне Гидры. Спасибо проекту Гидра за возврат на рельсы. Достаю фиолетовые дрова. Скоростей нас разгоняет проект Псанкра. Свое творение они назвали Basic Element. Выйдет на лейбле Nigby Axon Records. Oh shit! Уважаемые пассажиры, сейчас вы можете выглянуть в окно и увидеть межгалактический океан, сковывающий две сферы в одно пространство. И мы, пролетая над этим нейрогнездом кукушки, сейчас переместимся в совершенно иные потоки драйва. Компромиссов ворвался продюсер Distort с треком Fracture. Сам он из Брайтона, из Великобритании. Участвовал в конкурсе на Patreon от подписчиков Teddy Killers и Гидры и попал в 10-трековый альбом на Neuropunk Forge. Наши поздравления и респекты. Хорошую тяжесть пропагандируете, товарищ. Ну что ж, наш поиск когнитивного смысла и осознания себя в этой реальности продолжает движение и показывает вам новые таинства Вселенной. Великолепный саундтрек для проверки билетов у пассажиров нам предоставил Серафим Машинин. Назвал он это Difficult. Саундтрек вышел на Mechanic Music. Yeah! Все пассажиры.
пассажиры благодарят машиниста за аутентичность. Хо! Немножко передышечку сделаем для того, чтобы понять, что мы получили с этими текстурами, что мы осознали с этими басами. Сотрудники испытывают апсервер эффект. Трек вышел на Патреоне. Настоящий профи. Ну что ж, теперь вы, сидя с сухпайками в руках, распаковываете их и видите, что вам досталась либо рыба, либо курица. Но прошу всех обратить внимание вот на этот соус. Данный соус разработан специально лучшими учеными по нейрофанку, чтобы сделать вашу дорогу более гладкой и стремительной. Чейзер и Мальстром. У трека нет названия, это айдишка. Предвидится в предстоящем альбоме парней на нейропанке. Оу, oh, yeah. Уже несколько пассажиров жалуются на побочный эффект соуса. У них свело лицо. Не переживайте, у нас есть антипарализующий крем.
огромное спасибо авторам за такую консистенцию. И никаких следов на одежде. Продолжаем двигаться дальше. Впереди длиннющий туннель через горный хребет. Приготовьтесь. Гонит поезд по тоннелям Subminders с треком Rollerball. Выйдет на SLK Records. Весь поезд наполнен сверкающей иллюминацией. В тоннеле то и дело сверкают желтые огни. Но нам еще ехать и ехать. Оу-щи, данные бейслайны от проекта Tentacles ознаменовали спуск ниже уровня моря. Тоннель погружается в землю, и мы вместе с ним. Работа называется Splash Out. Выйдет на Игнесент. Ну ничего себе! Ха! Уважаемые пассажиры, посмотрите направо, налево. Мы с вами видим океан и его прекрасные просторы. Уникальный тоннель. И его участок, построенный проектом Tentacles и следующим продюсером. Тоннель опускается немного ниже. Стекловидная конструкция приобретает вид решетчатого металла, как клетка Фарадея. Давление увеличивается. Зарит вибрациями океан. Проект Massent с треком Errors. The Plates. Уважаемые пассажиры, только в нашем поезде можно ощутить эффект кавитации в безопасном режиме.
Так как мы с вами движемся на высокотехнологичном нейропоезде, у нас есть возможность путешествовать как по суше, так и по воде. Поэтому сейчас мы вылетим из тоннеля и попадем прямо в пустыню. Yeah! Загадочно и восточно наваливает Маркус Зиро с треком «Sand of Time». Выйдет бесплатно в группе Маркус Зиро сразу после выхода подкаста. Бегите, бегите, собирайте! Мы все еще продолжаем комфортно двигаться благодаря движению на воздушных подушках. Истерично давит музыкант с никнеймом Дикрис. У трека нет названия, это айдишка и нет лейбла. Я так понимаю, техноид живет. Ого-го, сегодня настроение очень серьезное у многих работ. Буквально каждая из них заставляет задуматься о чем-то. Следующая надвигающаяся композиция абсолютно не исключение. Готовимся все вместе к экзистенциальному анализу. Ух, как валит! Конечно же, это Чейзер и Мальстром.
со своей айдишкой, которая должна выйти в предстоящем альбоме на нейропанке. Очень интересно. Отличные свитчи. Очень заметно, что творчество Чейзера немножко поменялось с появлением Мальстрома. Крайне занимательно наблюдать за развитием. Дерзайте! Мы продолжаем рассекать пустынные просторы. Воздушная подушка работает стабильно. Скорость 280 километров в час. Ветер северный. Оу, е! Разрушает своим треком проект Akeld. У трека нет названия, это айдишка. Но зато известен лейбл Neuropunk Forge. Oh yeah. Внимание пассажиров, сейчас будет трясти. Проходим песчаную бурю. Уважаемые пассажиры, мы благополучно вырвались из песчаной бури. Но чтобы наблюдать прекрасные пустынные виды дальше, нам требуется отряд очистки окон. Мы уже позвонили нужным специалистам. И прямо сейчас они выдвигаются к нам. Отряд профессиональных чистильщиков иллюминаторов предоставил проект Hybrid Philips. Трек называется Squad. Уже вышел на Paper Funk Recordings. Заскакивайте к нам в паблик и чекайте.
эпишка Хайберта Филлипса пропитана таинственными настроениями. Очень рекомендую ознакомиться. Taste those spells. Кажется, по радиосвязи техник хочет сделать объявление. Что-то с движками, и нам придется выходить на трассу. Благо в этой пустыне она проходит поперек. Уважаемые пассажиры, сейчас поезд будет трансформироваться на передвижение по асфальту. Пристегните ваши ремни. Переход может оказаться рисковатым. Go! В первой части диджея Беса и продолжает это делать во второй части. У трека нет названия, но он уже подписан на Paper Funk. В ближайшем времени выйдет. Отличное давление, все приборы в норме, пассажиры в порядке, жалоб нет. Окна чисты, все виды можно рассмотреть, все достопримечательности доступны. Но у нас же необычный поезд. Поэтому в данный момент наше шоссе превращается во взлетную полосу, и мы будем набирать высоту. Не расстегивайте ваши ремни безопасности, они вам еще пригодятся. Отличная работа от Владимира Носенса. Называется Turbulence. Владимир впервые в подкасте. Сам он из Москвы. Один из создателей тусовок Eva Base, которые уже 8 лет проходят в Москве. Трек является дабплейтом и выйдет на его собственном лейбле Non-Audio. Желаем удачи, бро! Yeah! Очень тягучий и турбулентный саунд. Ну что ж, друзья, мы преодолели турбулентность, нас всех перестало трясти. Сейчас мы взмоем над облаками
и будем любоваться прекрасными видами. Напоминаю вам еще раз, что подкаст проходит в лайв-режиме. Вы можете с помощью QR-кода оставить ваше сообщение, которое навсегда останется в скрижалях драм-н-бейса и истории подкастов нейропанка. Oh, yeah! Ворвались двое артистов, Трэмпит и Вонда Майк, с треком If You Want. Пока что никуда не подписан, будем посмотреть. If I never met you, would I see? Вы только посмотрите. Кажется, мы приближаемся к грозовому шторму. Всем приготовиться! Прорваться сквозь грозовые разряды. Продюсер с никнеймом Экспромт. И помогает он с треком Телепорт. Экспромт является учеником Audio Skills. Звучит впервые в подкасте, с чем мы его и поздравляем. С нетерпением ждем новых поступлений в виде таких интересных артистов. Дворником на окнах наваливает Фладри с треком Sandstorm. Йоу. Эта работа выйдет на лейбле Invasion очень плотно. Необычный подход к написанию композиции. Один тон сменяет другой, что идет только на пользу аутентичности. Big respect. I give you one more chance. Oh!
кто не понял, как наш воздушный поезд попал в ураган. Но кто-то сказал, что с нами на борту машины и Тайфун. Благодаря этой айдишке поезд не развалится на части. Come on! Этот ID никуда не подписан, но уверен, что в скором времени появятся новости по поводу места и даты релиза данного трека. Только что получил сообщение от персонала, все в отличном настроении и состоянии духа. Пассажиры тоже все довольны. Атмосферный фронт. Музыкант с никнеймом Massent. Трек называется Vortex. Скачать вы его можете на Bandcamp. Мы благополучно вылетаем из грозового фронта, двигаемся в сторону красивейшего заката. Спонсором заката является Neuropunk Records. Neuropunk Records. Лучшие закаты в вашей жизни. Ае. Вайбами, словно художник мазками, ворвался Миза с треком Railway. Данный тюн вышел на его патреоне, так что залетайте, ознакомливайтесь. Хорошо, идем, друзья. Вы наблюдаете в небе необычное явление. Оно называется «Северное сияние». Ну что ж, достаем спектрограф и меряем. Что же будет? Если что, я не виноват!
очень сильно радует нашу темную сторону. Два коллектива. Абстрактония и Дабл Мидли. Эта мощь называется «Спектрограф». Вышел на Нейропанк Форж. Какие настроения в яме. Ваш покорный слуга, будучи машинистом и за рулем, периодически покрывается гусиной кожей. Чего и вам рекомендую. Ребята, не стесняйтесь. Будьте самими собой. Многие слушают нейропанк подкасты во время тренировок, рутинной работы и прочих вещей, требующих траты времени и внимания. Ну что ж, правильно делаете? Yeah! Водам бежит периметр с треком Bridge. Данный трек вышел в составе его EP на High Resistance. В какой-то момент наше путешествие будет становиться мягким и приятным. Поэтому мы с гордостью подаем вам свой десерт. Саунд-дизайнов в области диссертологии нам предоставили проект Псайнкра вместе с сантехником и Параскивой. Это, собственно, вокалистка в данном треке. Оу! ID-шкой выйдет в составе готовящегося альбома для Нейропанк Рекордс. Очень интересно.
Только что поступило сообщение с конечной станции нашего прибытия. Нам сказали, что пути были переведены в другую область. И карты местности там не просчитаны. Это новый участок, поэтому не можем сказать, что вы будете наблюдать и каковы будут ваши ощущения. Но на всякий случай возьмите кислородную маску. Внимание! Сейчас будет переход на другие пути. Очень интересное давление предоставляет SoundPriced с треком Automatic Doublet. Просто безумие! Надо же, мы прошли вполне удачно, всего пару переломанных ребер у пассажиров. Делаем успехи, господа. Если говорить немножко официально, сейчас мы двигаемся к второй части подкаста, которая больше будет заполнена типовым саундом. Это ознаменовывает тот момент, когда нужно немножко осадить и расслабиться, позволяя бейслайну проникнуть тебе в самую душу. Слышите продюсера с похожим никнеймом, как у одного из предыдущих. Зовут его Xonsense. Трек называется Cyborg. Xonsense сам родом из Калуги и сольно в подкасте звучит впервые. Данный трек вышел на американском лейбле Boom Slang Recordings. Yeah. Трек Xonsense был как еще один переключатель на следующие пути. Пространство хоть и неизвестное, но по внешним признакам вполне себе безопасное и спокойное. Именно здесь вы будете ощущать самые диповые синусоиды. Дело в том, что нас окружает болото и огромные метановые пузыри. Перед тем, как выйти наружу, раздвигает массивы болота, создавая очень низкие частоты. Ну что ж, уважаемые пассажиры, повибрируем вместе!
валят Касра и NA. С треком Action Reaction. Трек вышел на Critical в альбоме Энея и Касры. Как всегда на стиле. Всегда нравилась минималистичность Энея и вот этот стиль. Что-то мне подсказывает, что болото еще не кончилось, и метановые пузыри только уплотняются. Ну что, сейчас немножко потрясет. Нам не впервой. Come on! Очень стильно материализовался проект Theoretical с треком Matt Carpenter. Вышел на Onyx Recordings. Yeah. Крайне интересно наблюдать за проектом Theoretical. Всегда ждешь их новую диповую фразу. У нас запланирована коллаборация, так что ждите новостей в ближайшем времени. Сейчас, я уверен, старички чувствуют оттенок той самой атмосферы ранних 2000-х. Нечасто это встречается в треках. Респект. О май гад! Даже как-то сам и не заметил, как рядом появился поезд. А из него мне машет музыкант с никнеймом Машинист. Трек называется «Зап». Никто не знает, кто это, откуда он появился и куда уедет. Машинист, выйди на связь. Вот что значит неизведанные и не описанные на картах, не обсчитанные в цифре зоны перемещения нашего поезда. Ну что ж, надвигается дымка. Я как машинист включаю на поезде противотуманки. Будем прорываться. Yeah! We'll be right back.
уже полюбившийся многим. Не совсем новичок, но не совсем старый. Продюсер Crucify Me с треком The Mist. Насколько мне известно, данный трек вышел в составе его EP-шки на лейбле Invasion. Фух, все живы? Ставьте плюс, если все в порядке. Вижу, ребята, вижу. Наш поезд неуклонно движется вперед. Посмотрим, какой ландшафт нас ждет дальше. Гоним. Оу. Тот самый момент, когда заканчиваются комментарии, и ты просто наслаждаешься поездкой. Касра и Эней Гальцова вышел на Critical в альбоме Касры и Энея. Нравится, как данные музыканты наваливают дополнительных проводов в линию. Те самые электроны. Как вы видите, краски постепенно сгущаются. Снова залетает проект Theoretical с треком Revival. Вышел на Onyx Recordings. Сейчас приходит очень много смс от пассажиров. Они спрашивают, в какой момент мы оказались на железнодорожных путях. Так вы и сами не заметили. Любовались закатом, пока пути укладывал Миза. Нейропанк технологии. Thank you.
Ни на йоту не отступаем от запланированного настроения и пути. Проект Seven Sins с треком Aircraft. Это даблейт из будущего альбома. Лейбл пока что неизвестен. Спасибо автору за прекрасную атмосферу. Только что окунулся в непонятные воспоминания той жизни, которую я никогда не жил. Ну, спасибо. Далее по курсу непонятные пейзажи, на которые смотришь и говоришь про себя: то ли ветром надуло, то ли морем намыло. Доставайте ваши фотоаппараты. Данного креатива природы является Алекс СЛК и Scream Arts. У работы нет названия, поэтому это классический ID. Scream Arts — чувак из Австрии, уже выходил на Eatbrain. Yeah. Еще нормально намыло. Или надуло. Пишите в комментариях. Что-то с очень злостной атмосферой приближается. Да, так и есть, пришло сообщение, что надвигается ветер с металлической стружкой. Yeah.
продюсер которого вы точно не ждали. Играет Михаил Асфексия с треком «Люфс». Да, Блэйдс, yeah. Настоящий бас-фейс. Миша, что ты делаешь? Олдскульный подход к написанию добивает до конца. Металлическая стружка закончилась. Можно уже не так сильно беспокоиться за обшивку. И просто двигаться, как нормальные путешественники. Come on. Вы слышите не раз уже звучавшего в эфирах нейропанка Берта MX. А трек называется Anxiety. Dub Late. Часто в треках встретишь такую странную атмосферу. Данную работу можно как гонять на тренировках в наушниках, так и запускать во время сетов, чтобы потанцевать. Через пару километров вы увидите необычных существ. Ну что ж, давайте посмотрим им глаза в глаза. Yeah. Light bass line-ами.
проекта 70. С треком Pull the Trigger. Данный проект впервые в нейропанке. Проект состоит из двух человек, Игоря и Виталия. Сами ребята из Москвы, их основное направление UK Bassline. Но иногда они гостят у нас в Drum & Bass. Респект, ребят! Отличный дип. Уважаемые пассажиры, где бы вы сейчас не слушали данный подкаст, где у вас есть возможность оставить комментарий, оставьте его. Расскажите, как вы. А то просто продюсер Берт MX с треком Confused как бы намекает. Никуда не подписан Даплейт. Какой-то абсолютно инопланетный подход к продакшену у Берта MX. Очень интересно посмотреть, что же будет дальше. Yeah. Природа в своих генерациях воистину уникальна. Алекс SLK с треком The Architect выходит 22 июня на бристольском лейбле Ransacked Records. А за окнами инопланетные пейзажи и метановые пузыри. Можете не переживать, когда качает чересчур, я убираю руки с руля.
перед тяжелым участком трассы, который нам предстоит впереди. К нам подъедут наши партнеры, закачают немножко высокооктанового топлива. Для того, чтобы набрать нужную скорость и преодолеть больной участок легко и непринужденно. Lowriders и Enek с треком So Real. Данный трек даплей лейбла Oz Riders. А Enek — это продюсер из Кирова, впервые в нейропанке. Фух, проскочили. Прошу вас обратить внимание на правый борт. Здесь вы видите скалы, по легендам которым тысячи лет. И у нас для большего впечатления от наблюдаемого есть специальные вибрации и специальные синусоиды как раз для этого. Уф! Впервые в нейропанке Dark Work. Трек называется Thousand Years, что в переводе тысяча лет. Сам Саша из СПБ. А трек вышел на Cataclysm Recordings, Эстония. Вот это трушнина. Кажется, мы движемся куда-то, о чем знают только двое загадочных ребят, имена которых вам уже знакомы. Но объявлю я их чуть позже. Потому что сначала нужно сделать бас фейс. We'll be right back.
танцует на гранулы. Проект Double Midly с треком под названием Descent to Hell. Выйдет на эстонском лейбле Катаклизм. Yeah. Очень нравится, что у ребят уже устоявшийся стиль. Хотим слышать больше экспериментов в этом направлении. Ну что ж, за исключением того, что уровень углекислого газа немного превышен, мы как бы в норме. Таблеточку. Я думаю, вам подойдет просто запить водой. Сейчас вы почувствуете прохладу, свежесть и, скорее всего, нейропанк. Что ж сегодня за выпуск такой? Еще один новичок в истории подкастов. Emulate с треком The One. Чел родом из Словении. Тоже один из победителей Patron LP на Neuropunk Forge. Come on. Очень лютые новички в подкасте. Ждем еще такую же волну к следующему выпуску. В какое время мы живем? Сейчас, я думаю, все почувствовали знакомые уже по этому выпуску восточные вибрации. Этот трек спасибо Гриндеру и Минталу. Называется он Invocation. Данная работа уже вышла на Neuropunk Forge. Качайте. Не часто встретишь такой вокал в треках. Отличная идея. С
следом нас ждет не менее отличная идея от уже известных многим. Проекта, который состоит, по-моему, вообще из 5 человек. На последней Neuropunk Station в Санкт-Петербурге я был в шоке от количества участников проекта Grim Hellhound. Сейчас вы услышите их айдишку Dub Plate. Конечно, возникает много вопросов, каким образом такое количество музыкантов уживаются в своих идеях и коллаборациях. Как-нибудь еще встретимся, пообщаемся с ними. Кто-то из пассажиров случайно оказался без сознания, когда я объявлял пройденную половину пути. Напоминаю вам, что половина подкаста уже прошла. И мы движемся по густому мазуту навстречу новым метановым пузырям. Это стиль. Залетает Скоэль и Дриман с работой под названием Starting Point. Вышел на Echo Recordings. Это лондонский лейбл. А Скоэль — это бывший Зеркс, новый алиас, ребрендинг. По себе знаю, что такое новый никнейм, поэтому Зерксу с его Скоэлем крутого плавания, бро. Стабильное движение. Обороты двигла у нашего поезда ровно такие, чтобы рвать по полной и не тратить лишнее топливо. Ае! Theoretical.
с очередным даплейтом без названия. Но зато известно, что это даплейт Flex Out Audio. Nice. Пейзаж за окном нашего локомотива, нашего нейропоезда совсем уж переплетается в нечто невообразимое. Буквально сложно охватить это взглядом и рассказать словами. Поэтому просто будем это чувствовать. Yeah. В эфире снова могучие рейнджеры Grim Hellhound. И трек Attraction. Это даплейт. И он никуда не подписан. Просто gangsta shit. Yeah. Данный коллектив я шуточно назвал могучими рейнджерами. Потому что могучие рейнджеры в конце собираются в большого робота. Прям как участники Grim Hellhound собираются вместе, чтобы написать трек. В нашем путешествии местами я оказываюсь в 2000-х, в ранних 2000-х, потому что эти атмосферы напоминают мне обо всем о том, что так сильно цепляло в драм-н-бейсе. Shit. Red beam shutter, copper and lead. Hard from the fire, worries man dread. Just smoke in the trap, careful with your tread. Words in your heart, take heed what I said. We were born from the black and we are war in the red. Rule you, man, I talk on your rise from the dead. Ease up, it's the warrior, I came for your head. Voodoo. Yeah, Kasra ENA. Voodoo. С треком Voodoo. Читает MC Jakes. Трек также вышел в составе альбома на Critical. Back from the dead.
Иногда очень сложно заговорить после MC. Но на то мои профессионалы, чтобы резко врываться. Сейчас в эфире вы услышите флёр голос в ремиксе от Skyweep'а. Максим Skyweep, Кишинёв, впервые в нейропанке. Слушаем. Личная просьба к музыкантам, кто шарит за русский язык, разговаривает на нем, или просто является носителем другого славянского языка, будьте добры, делайте больше песен с вокалом русским, украинским, белорусским, неважно. Все очень ждем подобных треков. Так что пишите, присылайте. Ну что ж, настраиваемся на волну дальше. Загадочным синтезатором в эфире заиграл проект Focus Fire. Трек называется «Give back to me the plate». Атмосфера ненароком меняется. Сами синтезаторы нам говорят о том, что сейчас будет переключение в нечто другое. Негаданно вломился ваш покорный слуга. Звучит Paperclip за Lark. Эта работа вышла в приложении Neuropunk. Послушать можно только там. Кстати, в приложении Neuropunk находится очень много треков от артистов, которые эксклюзивно изданы только там.
поэтому смысл устанавливать приложение всегда имеется. Не только из-за подкастов. Даже не спрашивайте, чего я добивался этими атмосферами. Точно не головной боли. Если с вами это случилось, примите таблеточку. Наше энергичнейшее путешествие продолжается. Саунд местами становится то тяжелый, то очень легкий, что-то наподобие контрастного душа. Come on. Очень тактично и с расстановочкой раздает проект Grim Hellhound с очередной одишкой. И также ничего не известно по поводу лейбла. Как я и говорил, настроение у нас меняется очень сильно в миксе, в этой части. Сейчас у нас будет внезапный порыв доброты. Собственно, теплая водичка. Так что рекомендую всем пассажирам воспользоваться этой прекрасной возможностью и освежиться из драм-н-бейс родника, который подогревается подземным басом. Прекрасную летнюю водичку преподнесли нам Импиш и Skywhip. У трека нет названия, это айдишка. Непонятно, куда подписано. Уже вижу ваши танцы в комментариях. Отжигаем. Еще раз напоминаю всем пассажирам, что у нас контрастный душ. Сейчас будет водичка из ледника.
Нещадно морозит Алекс SLK с треком Lost and Found, который он написал совместно со своим учеником из Риги. Респект. Навыки надо передавать. Знаете, дорогие друзья, как говорится, раз в год и палка стреляет. Непонятно, что сейчас будет в эфире, но оно максимально в тему. Данный трек в подкасте находится скорее для примера. Что было раньше и что стало? Играет Teddy Killers, Infrastructure. Трек выложен на SoundCloud 9 лет назад. Так меняется вкус, и это мы видим по треку Infrastructure, который показывает, что 9 лет назад проект Teddy Killers отвечал совершенно другим стандартам и вкусам, и также и слушатели должны развиваться вслед за своим исполнителем. Есть над чем задуматься, ребята. Хватит ностальгии, двигаемся дальше. Уже прозвучавшие в подкасте Гриндер и Минтл с треком Anything вышло на Нейропанк. Yeah! Во что выливаются их коллаборации. Конечно же, я имею в виду Гриндера и Минтила. Вообще кайф.
максимально захватывающие соотношения вокальных сэмплов и синтезаторов. То, что мы все с вами любим. Фанк на связи. Вот так четко флексит только Хайберт Филлипс с треком Invasion. Данный трек вышел в составе его сольной эпишки на Paper Funk. Айда все слушать. Хочу обратить ваше внимание, что наши железнодорожные пути резко уходят направо, в высоту, и попадают вот на тот огромный мост длиною последних финальных 10 километров. Copy some boy, them a prayer. Steps all them come here. Prayer. These are my difficult sprayer. Gonna spot them a concentrate. Guys of them on them steer. Prayer. Any place, any kind of unreal. Copy some boy, them a prayer. I temperature, I the lingual lover, me comprehana. Where mama drop from top, you know, fiak, so I do dama. That's the cup, danga, yard, I'm a feet on the top of a rana. Stepping in the place, so me up in my shit up again and again. Me the rum, me the play, me lock in it. Make some type of a lock in it. So jump, jump, jump on top of me. Me kill the bitch, some property. Me giddy, giddy, get them rapidly. Rolling the herb in the rapidly. Type so strong, you not believe me. Ripping them up to constantly. Bring them up, me the down with the bass and comfy tight up me long. Along with lower straight banger and batter. Me straight them round. Bring them up with the bass and Бешеная читка от Stepa Style в коллаборейшене с Low Riders. Трек называется Spray в ремиксе Brian Brainstorm. Вышел на Oz Riders. Yeah. Частично контрастный душ застал нас и по дороге на мост. Мы обязаны дать одно простое предупреждение. Пристегните ремни, наденьте шапочку и прильните к кислородной маске. Выровнять движение поезда помогает Eternal со своей работой A Simple Warning.
Это человек, студент Audio Skills. Поздравляем с дебютом. Хотя что-то мне подсказывает, что данный музыкант уже прозвучал в коллаборейшене. Ну что ж, по крайней мере, сольного трека мы не помним. Неуклонно движемся к финальным 10 километрам. Ровно с дропа начинается та самая финишная прямая, заасфальтированная по бокам железная дорога. Люкс типа. Едем на комфорте. Играет БСК. Трек называется «Хастон». Продюсера зовут Саша. Он впервые в нейропанке. Сам он из города Иваново. Музыка для него хобби. Всем бы такое хобби. Респект. Кстати, если интересно, данный трек никуда не подписан. Просьба не снимать кислородные маски. Мы поднимаемся еще выше. Ну что ж, новое имя на новом имени. Сейчас вы слышите Enzyme. Трек называется Gambit. Продюсер из Санкт-Петербурга, зовут его Игорь. Тоже впервые в нейропанк подкасте. Респект. Трек планируется релизом на лейбле Emphasis. Приборы показывают, что за бортом давление очень низкое. Просьба не открывать форточки, сидеть ровно и не дергаться.
очень сильно качает. Лок. Со своей работой Stone Effect. Вышел зимой этого года на лейбле Subplate Records в Tonga EP. Данный трек отлично описывает тех пассажиров, которые беспрекословно выполняют рекомендации персонала и не двигаются словно камень. Все правильно, за бортом перьевые облака. Мост утончается. Двигаемся дальше. Oh, yeah. Валит Теоретикал со своей айдишкой, которая подписана на Flexout Audio. Для меня сегодняшний выпуск уникален как количеством новых имен на квадратную синусоиду. Так и количество треков рекордное для меня же. В миксе Neuropunk, 55-й выпуск, вторая часть. Аж целых 80 треков. Так же, как и у Евгения. Стабильно двигаемся дальше. Все ближе наша финальная станция прибытия. Дави. Впервые в нейропанке Артем Дизарити из города Ижевск со своей работой Right Now. И вышла она на лейбле Cataclysm Recordings. Насколько я понимаю, Дизарити был последним новым именем. Поздравляю всех новичков, которые впервые прозвучали сегодня в эфире. Желаю вам творческих успехов.
сразу вас предупреждаю, что незадолго до конечной станции мы попадем в то самое северное сияние, которое наблюдали внизу. Очень эпичную картину маслом рисует Трэмпит и Вонда Майк со своим треком Fallen Angels. Dubplate. Сам иногда удивляюсь, до чего додумываются наши продюсеры. Наши, в смысле, нейропанковские. Все нейропанки в чатах, кто на связи, ставьте ваши плюсы. Ни письма. Просто подбежал Ярослав Фарадей с треком «Фуга». Ярослав из Киева. Данный трек вышел на лейбле Invasion. Отличный вайб. Трек мне очень сильно напоминает проект «Пропаганда». Очень хотелось бы услышать развитие подобных технологий. Так что, Ярослав, ждем. Айе. Видоизмененный типовый Dark Side от загадочного продюсера Ходжи. Сам трек называется «Сатори», и он уже успел выйти на Samurai Music компиляции Outliers, часть 4. Работы продюсера Ходжи одновременно напоминают и Лаймвокса, и некоторых типовых исполнителей, включая Локси. Интересно.
интересный подход. Samurai Music выпускает музыку крайне уникальную и аутентичную. Неудивительно, что Ходжи вписался в процесс выпуска как литой. Также, на удивление, Samurai Music является одним из самых закрытых лейблов. Туда очень сложно попасть. Настоящий underground. Тот самый момент, когда зарубежный underground встречается со своим побратимом в самом неожиданном месте. Но в своей речи про побратимов я имел в виду Free BPM, лейбл, стабильно занимающийся выпуском ржавого металла. Играет Тимас и Джиката, трек «Амальгама». Вышло на Free BPM. На лейбл Free BPM все так же сложно попасть. И лейбл выпускает крайне аутентичную и непопулярную музыку. Настоящий андер. Очень нравится стабильность саунда от Free BPM. Такая стабильность достигается отменной работы саунд-инженера MG Free, который оттачивает каждый трек каждого исполнителя. Респект. Же слышим массивные структурные изменения в характере бита, потому что снова надвигается Samurai Music. Снова
эфире Ходжи, только теперь уже в коллаборации с RDG. Коллаборация называется Daisugi. Вышел на лейбле Samurai Music в компиляции Outliers. RDG — продюсер из Дании. Дорогие пассажиры, за время этого путешествия, не побоюсь этого слова, мы стали с вами друзьями. Хотелось бы напоследок сопроводить вас к вокзалу с прекрасной композицией от Алекса СЛК и Тидж. Трек называется Waves. Дорогие мои, данный трек является последним в подкасте. Мне было очень приятно пообщаться с вами посредством музыкальных вибраций. Надеюсь, вы тоже получили удовольствие, а где-то, возможно, и другие эмоции. Напомню вам, что у нас есть новые проекты в виде трансляций под названием Neurogon. Уже отшумели 2 сезонами. И ждем вас в сентябре на 3 сезоне. Также у нас продолжает работать приложение Neuropunk App. Вы можете его скачать теперь уже через Rustor. На данном этапе приложение абсолютно бесплатное. Можно слушать контент, качать и наслаждаться в дороге. От себя лично хотелось бы сказать, дорогие друзья, товарищи и просто хорошие люди, если вам тяжело, вы не можете больше выносить информационных потоков, приходите к нам в музыку, покачаемся вместе. Берегите близких, родных и много обнимайтесь. Пока.